Всем брат! Хэштег. Да. Зачем? Запутался, что ли я? Как дела? Нормально. Да. Тут сюда как-то... Туда коктейль. Туда коктейль. Да, всем дратуйте с моим бир. Я забыл опустить наушник. Да. Вот оно. Эй, я же... Я что, похож на кого-то из них, а? Чё ты по мне стреляешь? Воу, ты чё-то курильщик был? Вот это зря, вот это зря. Вот это вообще зря. Так, там есть? Тут есть... Тут есть там. Вот. И вот тут. А, да, ребят, смысл этого видео будет в том, ну, можно ли безопасно спуститься вниз туда. Ой, помогите. Вам помогают. Идеально. Кури. Да не, мне не надо помогать. О, what the fuck, я на воздухе встал. Вас спасает Луис. Господи. Как мне можно спрыгнуть? Мне можно вон... Эпично умер. Ха, нормально. Одна Зоя жива. Они типа за мной, да, приняли? Как же ты меня бесишь вот этим вот и чуть-чуть, только начало. А то уже еще чуть-чуть. Господи. Расчистил местность. Так, из этого... Я узнал то, что... Ну... Да ты что? Как он меня этим бесит? У меня тут неприятность, ага. Вот это было эпично! Они... Эй! Помогите мне, я сейчас упаду! Пожалуйста, отпусти, я умру. Это как? А, господи. Рили? Где он? Он там, он с другой стороны. Окей, в принципе, можно использовать бесконечную жизнь, да? Но это не для нас. Угу. Лежит. Я все-таки перепрыгну.
Меня уже просто так бомбит, вы бы знали. Твой Аллах-Акбар! О, там кто-то есть. О, а это знаете, что значит? Я не знаю, что это значит, но если я возьму вот эти вот вещи, вот это М4А1, похоже, да? Так, это нам надо выключить. Это будет слишком полезно. Ну и беги туда, не мешайте мне. Так, мы тут все прочистили, да? Так. Ну, я ничего не увидел. О, здрасте, до свидания, бегите туда. А хаванский пиво пьет. Так. Так, да, теперь можно попробовать, да? Вот так вот вообще можно чётенько, да, знаете, вот он там, он просто дайте. И все, Аллах Акбар. Нет, это нельзя поджечь. Кстати, я надеялся, что его можно поджечь. Аллах-Акбар! А, кстати, последняя серия. Если вы заметили, то видео не выходит. Ну, видео, блин, а я так мог допрыгнуть! Я так мог допрыгнуть, но я все равно кто не выжил потом. Видите, то, что у меня там каждая игра 50 серий, да? Это... Ну, прикольно. Так, хованский пиво пьет. Стойте. Всех просто закидаем. Ого-го. Ох, help me, help me. Меня тут убивают, помогите. Фига себе, у меня много тимаша. Бегом, помогли мне. 96 хп, а дайте мне 90 или 31. Можно, да? Не выжил, если туда прыгнуть.
Ну ладно. Попытка не пытка, но вот теперь пытка. Сейчас у меня будет 30, да? Seriously. Давайте. Вы достаете. Это идите теперь все. Все вас. Знаете, что вам сейчас делает? Вот это у меня делает. Нормально, они в огне умирают. Все, не мешайтесь мне. А хаванский пиво пьет. Ладно, все эти попытки были неудачными. Очень неудачными. Ну, то есть получается, там вообще никак не будет жить. Получается так. Господи. Это безнадежно, вот реально. Они, кстати, почему-то в огне не умирают. Я думаю, до меня он не дойдет. Они умирают от огня? А ты что тут? Луис. Ой. Ребята, я бы помог, но я сам умираю. Господи, они... Ау! Вот не то, что я хотел сделать. Я хотел... Нормально. На этом все. То есть, получается, 49-я серия по игре Left 4 Dead, Left 4 Dead. Ну, мне больше нравится Left. О, да. Ну, в общем-то, что я хочу сказать. Видео больше не будут так выходить. Ну, они не будут выходить так, как всегда. Они выходят очень часто. Они не то, что каждый день выходят. Они в день по 50 серий почти что. Такого больше не будет. Теперь у нас будет одна серия, и она будет в пятницу. Да, я ее отсниму сегодня. Нет, я сегодня отсниму все. Все они будут, я не знаю когда. Но когда у меня будет 15 подписчиков, я выпущу видео в пятницу. И вот все тогда я все расскажу. И у нас скоро близится 1000 просмотров. 1000 просмотров. Это безумное количество, ребята. Это очень много. Да. И я что-нибудь сделаю на 1000 просмотров или на 15 подписчиков. Что быстрее наберется. Да. Ну, на этом все, ребят. Я не знаю даже, что я сказать мне напоследок. Наверное, я скажу всем эти дания, а может и всем хочу. А может и всем пока!